Всем огромный привет! Скоро приближается долгожданный праздник – День Святого Валентина. А это значит, пора дарить своей второй половинке и другу потрясающие подарки. Наверное, всех волнует вопрос, что же подарить? У меня для вас есть отличная идея. Я знаю, что в магазине Фома Кескус на первом этаже находится отличная лавка с прикольными игрушками. Какие же они? Давайте вместе узнаем. Первое, что меня привлекло, это хомяки. Но нужно отметить, что оказывается хомяки необычные. Они повторяют за любым вашим словом, за любой вашей интонацией. Давайте я вам это продемонстрирую. Привет! Привет! Меня зовут Влад. Меня зовут Влад. Хомяк-повторюшка. Хомяк-повторюшка. Ты классная игрушка. Ты классная игрушка. Мне кажется, что это классный подарок ко дню Святого Валентина. Ну, например, юноша может подарить девушке этого хомяка-повторюшка. Нужно отметить, что хомяки очень приятного материала и также это немецкое качество. Кстати, о вертолетах. В этом магазине также продаются радиоуправляемые вертолеты. Мне кажется, что любому юноше этот подарок выйдет по душе. Поэтому, девушки, обязательно присмотритесь. Мне кажется, это будет подарок намного лучше, нежели там бритва, гель или еще что-нибудь. Ну а так как скоро 14 февраля, Nord TV не может оставить вас без подарков. Поэтому при поддержке этого магазина мы организуем совместный конкурс. Три счастливчика получат хомяка, и три счастливчика получат радиоуправляемые вертолеты. Кто же их получит, узнаем совсем скоро. Ну а что же для этого нужно, узнаете прямо сейчас. Правила конкурса следующие. Первое. Вы должны быть подписаны на страницу ВКонтакте и Facebook. Второе. Придумайте название хомяка и напишите в комментариях. Чем оригинальнее, смешнее и интереснее, тем больше шансов на победу. И последнее. Поделитесь этой новостью с друзьями. На уже 14 февраля мы участников конкурса приглашаем на это место и вместе с вами узнаем, кто же станет тем самым счастливчиком.